Соревнования организованы в рамках проекта «Планета баскетбола. Оранжевый атом», концерном «Росэнергоатом», Смоленской АЭС, администрации Десногорска, Центром спортивной подготовки «Динамо Росэнергоатом». В турнире примут участие 7 команд. Десногорская земля – это очень спортивная земля. Здесь проводится очень много мероприятий по более чем 40 видам спорта. Вот. Но мы сегодня будем говорить о баскетболе и будем говорить о проекте «Планета баскетбола. Оранжевый атом», проекте Смоленской атомной станции совместно с городом и с концерном. Баскетбол 3-3 вошел в олимпийскую программу, что сегодня уделяется ему большое внимание развития в Российской Федерации, за рубежом. Атомная энергетика – это не исключение из этого момента, и было предложение от наших станции, в частности от нашей Смоленской атомной станции, которая полностью, так сказать, соответствует принципу «на шаг впереди», о том, что надо это каким-то образом узаконить и провести специализированные соревнования 3-3. Поэтому вот 24 числа впервые будет проходить чемпионат атомных станций концерна «Росэнергоатом» по 3-3 среди мужских команд. И вот очень приятно, что это будет в городе Десногорске. На протяжении 4 лет у нас развивается вот этот замечательный проект, наше сотрудничество с Центром спортивной подготовки «Динамо Росатом», с концерном «Росэнергоатом», с филиалом Смоленской атомной станции. И за эти 4 года достигнуто очень много. Мы на сегодня у нас в городе имеем современный спортивный зал для игровых видов спорта, имеем 2 суперсовременные баскетбольные площадки в городе открытые, которые сегодня плюс еще становятся благоустроенными в лучших традициях лучших городов, наверное, не только России, но уже стремимся к Европе. И это партнерство продолжается, развивает обороты. С сентября начинается новый сезон в спорте, новый сезон в наших партнерских отношениях. У нас стоят новые задачи, намечены новые планы, и первостепенным на сегодняшний день является развитие, конечно же, здорового образа жизни, что является тенденцией по всей России. Приглашаем всех любителей спорта поболеть за наши десногорские команды 24 августа в 11 часов дня.